Всем добрый день. Значит, добрался я до Газели. Это третий вариант. Что можно бугустировать данной сцепкой? Значит, ну, соответственно, я все вымерил, просверлил дырки. 12 болтики, напомню. Вот, здесь десяточные болтики. Вот, ну, значит, по расчетам у меня было изначально, когда я собирался делать. Вот, будет вот палец, вот он на резьбе вкручивается, соответственно, ну и серьга, вот. Ну, вроде бы зазор я просчитал, все, но получилось вот что. Когда машина будет накатываться, вот, соответственно, вот что может получиться. Видите, палец ушел вниз. Соответственно, раздолбает тут все, выломает. Вот. Поэтому эта система не получилась. Ну, серьги, все, как бы. Вот. Пришлось изготовить фиксаторы. Вот они. Лежат. Которые будут фиксировать, чтобы не проваливалась серьга. Соответственно, вот я тут собрана с этой стороны. Вот как это выглядит. Разные конструкции я думал, как сделать, что. Вот. Но остановился вот на этой конструкции. Вот смотрите. Теперь вот. Вот. Все, ничего тут не провалится никуда. Вот эта пластина, она из шестерочного, значит, металла. Вот. Болт. Двенашка. Соответственно, не даст серьге провернуться, вот, и, ну, соответственно, дышло туда не уйдет. Ну, соответственно, пластины я сделал широкие, вот видите, тут сверлышко, вот, это для того, чтобы, ну, можно было этого и не делать, но я сделал, вот, для того, чтобы вот этот палец, проволочину можно вставить и зафиксировать, вот. Соответственно, вот такая вот конструкция, вот. Все будет гораздо вот проще. Вот, можно было, конечно, сюда болты, здесь кольца оставить. Вот, но это удорожание конструкции, точить надо со смещением. Вот, поэтому я решил сделать вот такие вот пластины. Вот, для того, чтобы все вот зафиксировать. Вот я могу попрыгать даже. Вот, все, все тут намертво. Люфты, соответственно. Вот. Вот, ничего тут вот, не уйдет никуда. Единственное, теперь надо по болтик, ну, по размеру, чтобы прям впритык была резьба, ну, или шайбу подложить. Вот, вот такие вот дела. Значит, вот, вот такая вот конструкция. Ну и все, в принципе. Соответственно, если сейчас же тьма автомобилей разных, значит, у них кольца разные, соответственно, вот эта часть останется стандартная. Единственное, там просто надо будет калибровочное отверстие пересверливать, вот, под нужный вам автомобиль, вот. А сюда вертыш, значит, палец, соответственно, или серьга, или кольцо, какая у вас там как будет, что. Что как будет крепиться. Вот такая вот, значит, конструкция. Так что проект закончен. Вот. Ну, дай бог, чтобы я никогда им не воспользовался. Вот. Но захотелось мне вот такое изготовить. Всем удачи, до новых встреч!